Приветствую всех, дорогие друзья, с вами Черный Металл в игре Seven Days to Die. Итак, я хочу... А вот, вот спаун этот. Итак, это превью, часть вторая мода экспериментальные рецепты. Хардкор модом называю. Хотя, скорее всего, подобрать бы название к нему, честно говоря. Так, 5 дней всего. 10 дней. Жалко, вот лут респаун тайм нельзя поставить каждый, к примеру, там 6 дней или 7 дней. Вот, чтобы на каждый седьмой день после седьмого дня бегать лут собирать. А вот единственное, что обидно, если честно. Так, давайте я запущу. Я вот интересно посмотреть хочу зомбиками, как тут дело обстоит. Должно, по идее, все быть шикарно. Сейчас этот микрофон поправлю. Что-то у меня скоммунякался. Извините. Сейчас... загрузится. Да, что-то долго грузится. Вот экспериментальные рецепты бывают, тормозит немножко на крафте, к примеру. Я сейчас попробую показать, как это убрать. Сейчас почитал как раз. И сбежал от инженеров, потому что у меня мозг немного от них сплавился. Надо теперь глаза попортить. Как говорится, ведем здоровый образ жизни. Так, ладненько. Это у нас стеклышко. Полет у нас H, все верно. И начинаем жутко расходовать стаминку, да? Так, мне нужна аптечка. Я смотрю, что-то не расходуется еда и вода. Может, при движении только расходуется. Либо это выключили. Ну да, английский порядок. Это у нас какая? Медиум. Ну ладно, пусть будет медовая. С тобой золотая рыбка, медовая, пофигу. Так, так как у меня опять стоит инсмайзер, ой, ну самый последний уровень сложности. Так, мне надо, что тут я хотел узнать. Во-первых, я хотел посмотреть, как тут идет. Чего я тут зареспился? Да вы прикалываетесь? Так близко, около центрального города? Нифига себе приколы. Что-то я как-то близко, очень около центральной точки. Еще бы ее найти тут, блин. Ладно, полетели, короче, в город. Сейчас что мне интересно. Во-первых, спаун посмотреть. Здравствуй, олень. Во-первых, мне надо посмотреть спаун. Здесь, кстати, разные виды ресурсов на разной глубине. Собственно, как и в оригинале, я там копался когда довольно-таки долго. Я уже там находил другие ресурсы, типа угля. Правда, я не понял, как я его нашел, но да ладно. Так, ну, пока зомби таких обычных я вижу. Я вот не знаю, что здесь со спауном зомби. Но это ладно, будет у нас сюрпризом. Это я специально сейчас поставил, чтобы посмотреть. Ой, в городе обещали мне спаун зомби. Вида военный и все остальное. Сейчас вот это вот хочу главное проверить. Вот он. Ну, кстати, красивое расположение. Нафига я выбросил аптечки? Кто мне скажет, а? Из себя бывает поражаюсь. Знаете, вот так вот, по большому счету. Ну да, здесь в режиме креатива у вас ничего не расходуется. И надо себе спальничек вот здесь, наверное, постелить. Я могу сделать вообще? Из чего он там делается в этом моде? В этом моде он делается с клоз фрагментов. Ох ты ж, блин. Ладно. Сейчас я себе спальник тут постелю уж. Извините. Мне надо проверить, до какого уровня здесь стамина падает. Здорово, долбодятлики. Так, ты у нас кто? Ты у нас обычный зомбик, да? А, вот бегающая мадам. Вот вам немножко зомби покажу. Это суккуб, если я не ошибаюсь. У нее 90% шанс, она вас сможет заразить. Обитают они только, насколько я помню, вот в таком биоме. Ну, в этом. Зеленом биоме, короче, умеренном. О, город тут, конечно, центральная часть пустыни.
Ведь что там, часть разрушенного, что ли, для полного счастья? Мне важно сейчас посмотреть, как здесь работает комбо-пак. Так, отреспился хорошо. Это здание тоже хорошо отреспилось. Я пробовал установить в оригинал комбо-пак, у меня почему-то выскакивает ошибка. Почитал, поговорил с людьми, вроде Сергей это поправил, и либо кто-то другой. Я так толком, честно говоря, и не въехал, кто это что поправил. Но вот видите, вот это вот у нас сейчас центральный город. Это что за фигня такая? Ладно. Чем особенность этого мода мне всегда нравилась? Давайте я просто тут попробую где-нибудь протиснуться внутрь. Да вы прикалываетесь, тут печка даже есть. Блин. Надо будет. А, и печку-то тут и первый, блин, и так могу сделать, Лех. Чем мне нравится особенность этого мода? Вот этим. Полочки здесь можно лутать. Здесь можно каждую полочку вот эту полутать. Здесь очень много можно еще полутать. То есть здесь вот для меня, долбанутого на всю голову клептомана и собирателя. Как это называют? Как меня назвали, я вот забыл. Ладно, потом вспомню, скажу. Вот здесь магазинчики у нас разного типа. Вот есть строительный магазин, расширенный. Кто не в курсе. А, это заправка расширенная. Это я вам так показываю. Я-то половину зданий с этого мода и так знаю. Ну, вот я вот эти вот здания не помню, правда, это вроде новое добавили. Так, где у меня вообще FPS-ка-то? FPS-ка, да, у меня здесь проседает. Тени, к сожалению, мне пришлось выключить. Моя видеокарта их неадекватно воспроизводит. Уж извините. Лучше я и так графику сделал более-менее оптимальную, чтобы она была и не слишком ужасной. У меня текстурки на хайт стоят. Ну, а некоторую пришлось убрать, потому что это не к моей видяхе относится. Не держит она. Не, она как бы держит, она просто фризы вызывает непонятные. Вот примеры такие здания. Это вот кому интересно. Центральный город. Во-первых, дорогие друзья, он что, такого же, блин, размера? Да ну нафиг. Меня интересует его размер. Ну ладно, если тут бы заполняемость будет нормальная, то фиг ты с этим размером. Это у нас что? А, вот большой магазин, этот строительный. Помните их? Помните. Кто играл в Navis Game, тот и хорошо помнит. Они целиком с Navis Game. То есть большой нормальный строительный магазин, а не эти огрызки, которые попадаются в Random Genie. Это мне всегда, честно говоря, раздражало, что в Random Genie нет большого нормального строительного магазина. В свое время разработчик это ввел, потом он это убрал. Так, это у нас офисное здание, это чертово. Да, это офисное здание, помню, по которому я лазил целый день. Вот, смотрите, сколько здесь разнообразных зданий. Вот это называется, это я могу назвать большим, блин, городом. Ну да, FPS, конечно, садится. Ну, вот прогрузка идет. А вот теперь ты захотел жрать. Молодец. Конечно, я промолчу, как он это держит, но да ладно. А это у нас что? Это тоже новенькое здание. Здесь аптеки, большая библиотека, хочу вам показать. Это у нас что вообще? Да ладно, проехали. Меня интересует большая, блин, библиотека. Двухэтажная которая. Ее, наверное, вам показывал Сергей Еременко. Ну вот не помню я. Так. Вот я показываю вам рандомизацию города. Примерную рандомизацию. Здесь и китайские домики. Еще только, блин, тут нет. С комбо-паком эта игра, она видоизменяется и улучшается раз в 10. Примерно. Да, она усложняется, согласен. Но она и красивее становится. Ну, пока зомби здесь не отрезкало, значит, все хорошо. Ну, как всегда, кладбище в городе. Ну, я терпеть кладбище не могу в последнее время. Что-то. После того, как в одном городе сколько там... Помню, пустыни. Вот пустынном с моде Headbangers. У меня там сколько? 5 кладбищ или 4 было. А я там помню, в город зашел, там одни сплошные кладбища, блин, нарезались. Вот большой оружейный магазин. Большой оружейный. Не маленький, а большой именно. А это у нас вот маленький рядышком стоит. Вот обратите внимание, два раза меньше, чем нормальный. Так, это у нас что? А,
Танк, пожалуйста. Тут уже вроде можно было танк раньше строить. Заползай ты, дятла кусок. Да сядь ты, ёшкин ты матрёшки. О, танчик. Так, ладно, пока мы здесь лётаем, давайте посмотрим на зомби. Где обещанные мне вояки? Я спаун у меня, как всегда, в Орехач стоит, но мне нужны собачки. Слышь, друг, титановый топор тебе по балде заезжает. Ты там чё такой живучий-то? А, во-во-во-во. Так, это у нас кто там? Да, кстати, насчет одного попадания ментяры. Сейчас он меня стрельнет. А, всего 20 с него, что ли? 25. Ну, не так и много, я вам скажу. 25 это еще нормально. Раньше он под 40 с лишним сносил. 40-45. Но... Где фералы? Да, 25 сносит. Ну, 25 это еще можно пережить, я вам скажу так. Так, мне нужно показать вам аптеку. Ну, не вижу я здесь, к сожалению, то, что хочу. Так, толстенькие. Ну, видно, они респятся так, через некоторое время. Огненный, ну, это в обычное есть. О, вот очистная станция. Ну вот почему разработчик не может добавить вот просто банально, извините, изображение такой вот хей. Знаете, вот мне всегда нравилось. Вот люди стараются, делают здания. О, так тут теперь на свалке наконец-то стали появляться собачки. Хотя, может, и в оригинале появились. Нет, в оригинале нет, я что-то ползал. Спасибо. Я понял ваш намек. Так, а это у нас кто? О, привет, красавица. Вот, стриптизерша здесь бродит, которая есть только, по идее, в этом... на Визгейме, где я их ни разу тут не видел. Среди собак есть Цербера. Это собака с повышенным ЕХП, которая может вас оттяпать... куда угодно. Где библиотека? Это оперный театр. Так, ну это не библиотека. Сейчас давайте я тут так вам экскурс проведу по городу, чтобы вы понимали. Ну, он всегда респится по-разному, то есть эти здания все они случайно. Это я просто так, чтобы вам наглядно показать, что здесь есть. То есть полочки можно лутать все. То есть в магазин вы зашли, все, вы застряли там на часа полтора, минимум лутая все полки, особенно в большом. Это для меня просто всегда была шикарная вещь. Не знаю, я может несколько раз покажу вам лутание полок, потом буду показывать просто, если на записи вести, то что я там набрал. Потому что это чистый идиотизм будете, если я буду вам показывать, как я каждую полку копаюсь. Я в основном там на ночь оставался в городе на 2-3 дня. Но как правило, первые две орды я даже не оборонялся и не старался обороняться. Ох, это да. Вот в оригинале я вообще вас не видел. Чё-то их тут дофигища. То есть игра решила мне преподнести сюрприз. Вот это мне нравится. Ну, как говорится, массовый обстрел. А, вот библиотека большая. Любуйтесь. Сейчас я тут проберусь туда. Ах ты ж, блин. А попроще никак. Ох, ты зараза. Гадина какая.
паршивка. Все, крыша пошла в дугу. Ай, пофигу. Так а да ж ты сдохнешь-то. Эй, зараза мелкая. Вот, пожалуйста, вам библиотека большая. То есть книжек 3 тонны. Зомбики внутри, насколько я помню, здесь не должны респаться. Ну и полочки можно каждую полутать. Прикольно? Прикольно. Мне лично вот это вот нравится. Да, кстати, топором здесь, насколько я помню, вы добываете кусочек кожи. А ножом кнайф. Книфы. Ну, тут еще и видов ножей-то, блин, да я зрение. О, есть каменный нож. Вот это номер. Ну-ка. Это жесть. А это еще хуже. Значит, это не те ножи. Так, хаунтинг нэп, охотничий нож. Так, он дает бонус к шкурам, насколько я помню. Да что за нафиг такое, вы издеваетесь? Так, бафарик нафиг. Так, это что? Кнайф шек. Ё-моё. Ёшкин ты кот. В общем, короче, вы, конечно, извините, но кажется, с ножами я тут что-то, кажется, попутал. Хотя не должен был. Но, видно, поменяли тут что-то. Раньше ножом добывалось до 4 кожи, топором 1-2, а зато дерево больше. Сейчас вот так как-то. Здесь, кстати, можно порыбачить. Не помню, как удочка называется. Показывать не буду, потом как-нибудь покажу. В общем, городок прикольное место. Просто шикарное. Здесь, кстати, можно прятаться. Так, вот это, кажется, больница. Здесь даже есть больница, которая, вот помните, такая, это поликлиника, типа, такая здоровая. Здесь она тоже есть. Но вот не помню, она в городе респится или вообще отдельная эта фигня. Вроде отдельной фигней должна респиться, потому что она очень большая. Так, это что за фигня такая? А, это шатер. Да, это шатер. Вот, пожалуйста, прикольная строенница еще одна. И мы продолжаем тут горцевать. То есть здесь, найдя, дорогие друзья, один город, вы сдохнете его обыскивать, облутывать. Просто реально сдохнете. Ну ладно, не сдохнете, но тут гораздо интереснее его лутать. Олив, мы живем. Что же у вас тут есть такого вкусного, что вы живете? Мусоры, пакеты, бочка, топливо. И нахрена я это сделал, а? Тьфу ты, твою болезнь. Хотел уже взять. Ну ладно. Я вот так как-то пару раз топором подыхал. Подбегал к бочке. О, надо взять. На, топором. И я у Фидрезейн. А тут, оказывается, и ножом эту бочку можно взорвать. Что есть прикол в том, что ножом я ее раньше не мог взорвать. Это получается, что я кулаками могу стукнуть и ее взорвать. Итак. Теперь самое, вот, что меня интересует, я, скорее всего, сейчас уйду на паузу, буду много-много раз помирать. Мне интересно, до скольки здесь максимально падает wellness. Так что как-то так, дорогие друзья, пока я ушел на паузу. Что ж, дорогие друзья, я тут помер где-то, сейчас посмотрим сколько. И до скольки у меня пустилась эта стаминка. Ну, ой, какая стаминка. И стамина, и жизни. Просто... Раньше мне разработчик мода сделал жуткий прикол. Кстати, он русскоговорящий. Так, взлетели. Порядок. Сколько я раз помер здесь? Один раз от своей тупости, как всегда. Ладно, 6 раз. Ну, до 75 это предел, короче.
Весь прикол в том, что один раз разработчик мода Сергей сделал одну интересную вещь. Он до 10 сократил wellness. А если играть на моем уровне сложности, где тебя зомби один способен, просто самый банальный, практически с 3 ударов вынести, это было не то, что критично. Вот давайте найдем самого слабого зомби, чтобы я вам показал уж наглядно, фиг с ним, еще раз помру. Не страшно. Сколько вот мне он ДПС наносит? Вообще зомби-то хоть будет один. О, ну... А, о, самая слабая, мадам. То есть 25, еще и ранение. Вуаля. Это было, блин, больно, кстати. А, давайте я посмотрю, я от ранения здесь вообще умру или нет. Генерация ландшафта здесь, по сути, не тронута. Как бы. Но тронуты слои, в которых рандомизируется все. Еще меня интересовало очень. Так, меня интересовало очень. Так, 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 так. Помимо того, что я тут... Титаниум Пикейдж. Титаниум Словер. А, вот что меня интересовало. Меня интересует очень сильно. Это сколько здесь слоев почвы. Ну, точнее, не почвы, а глины. Потому что раньше был один слой. Как раз пока помираем от кровотечения, можно и проверить заодно. Почему бы и нет? Надеюсь, поправил, Серега. Это будет... Хорошо. Да, порядок. Сергей это поправил. Слава тебе, Господи. Фу ты, блин. Ай, ладно. Что ж, дорогие друзья, я вам более-менее показал, что такое комбо-пак. Что здесь в моде мне больше всего нравится, как это собирательство. Закончу основной сезон или параллельно запущу, фиг его знает. И, пожалуй, как говорится, будем играть в мод вот этот вот. Я надеюсь, здесь орда намного интереснее будет. И приход, как говорится, и вояк, и всего остального. Потому что вот реально, вот военные, которые бегают только при орде, ну, меня не очень прикалывают. Пусть они, пусть хоть днем они бегают, но чтобы они были. Да что это такое, извините меня, блин. Я нашел там это, военную базу хотел показать на запись, помню. А показывать нечего, там вообще зомби не было. Один чудик в противогазе, все. Что ж, дорогие друзья, как говорится, кому понравилось, ставьте лайки, комментарии, вопросы оставляйте под видео на YouTube. Подписывайтесь на канал, если хотите увидеть, что я тут буду вытворять в дальнейшем. Как говорится, всем удачи, всем пока.